вскочил на меня. Черт. Где твоя жена? Я спала, а он кончил на меня. Черт. И сразу развод. Сразу. Будто она этого ждала. Она так сказала? Развод? Она попросила развод? Нет, не попросила. Она меня била, шлепала, ругала. Она потребовала развод, не хотела слышать объяснений. Боюсь спросить, что именно случилось? Она проснулась в худший момент. Я стоял над ней и дрочил, и дрочил, и дрочил. Я закрыл глаза, потому что уже был близок. И прямо перед самой кульминацией я снова открыл глаза. Она уставилась на меня. Смотрит. Так, ясно. И она смотрела достаточно долго, чтобы понять, что это не случайность. Не ошибка. Она могла смотреть, как я дрочу на нее секунд 30. Не знаю. Не знаю, что сказать. Если она искала причину для развода, то нашла. Вот только не надо фраз вроде «я же говорил». Прости, ты прав, прости. Прости. Хочешь зайти, может, поговорим? Холли там? Да. Да, вообще-то мы были на пути к тройничку, когда твоя мастурбация на Марне все испортила. Да не гони. Нет. Все, теперь мне еще хуже. Да. Что за животное может так поступить? Господи боже. А я думала, что знаю этого придурка. Но нет, он еще может меня удивить. Давай на чистоту. Я сейчас под кайфом. Что я могу сделать? Чем помочь? Хочешь воды? Хочешь принять душ? Останешься ночевать? Позвонишь в полицию? Я могу позвонить. Вызовем полицию. Нет, не нужно ничего делать. Я просто хотела убраться из дома, пока не убила его.